На днях в Екатеринбурге прошли концерты Ольги Бузовой и Вити Фомина. Эпатажный артист опубликовал в своем инстаграме совместное фото с поющей телеведущей. В кадре знаменитости нежно обнимают друг друга. Звезды встретились после выступления и всю ночь провели в компании друзей. В посте к публикации Фомин сокрушался, что не смог попасть на выступление Ольги, так как в то время он сам выступал. Также он открыто восхищался Бузовой и наделал ей множество приятных комплиментов. «В тот день у нас у обоих были концерты, и мы не смогли попасть друг к другу. Но умопомрачительный рассвет на Одессетью мы встречали вместе с компанией очень близких нам людей. И это было неожиданно и тем более ценно. То волшебное утро можно было бы описать бесчисленными словами, а эпитеты были бы бесконечными. Но значение им вкупе одно – счастье есть, и им нужно делиться. А Оля умеет это делать бескорыстно и очень честно, не жалея ни кванта этого согревающего ощущения. Для меня ты тогда стала просто открытием. Дорогая, ты прекрасна». В ответ экс-участница «Дома-2» написала: «Все взаимно, шикарный был вечер». Подписчики тоже решили высказаться в комментариях. Кто-то разделил восхищение Мити, а кто-то посчитал, что это очередной пиар-ход. И с кем только не встретишь рассвет ради пиара. Какие хорошие слова. Оля – красотка. То вчера рыдала из палаты, то уже к новому бойфренду липнет. Фигара тут, фигара там, написали поклонники.